Всем добрый день! Хочу сегодня вместе с вами попробовать вырастить комнатный гранат у себя дома. Так получилось, что мне тут на днях подарили семяшки граната. Ну как, семяшки, плоды, да? Один плод уже был высушен, он был вот такой вот маленький, такого где-то размера. Просто его разломали, посмотреть, какие внутри семена. Сказали, что все живучие, все должны взойти. И кусочек свежего граната, который можно еще даже кушать. Попробуем посадить и высушенные семена, и семена еще свежего граната. Буду садить в стаканчики. Как долго они будут прорастать, еще затрудняюсь ответить, поэтому на дно насыпала дренажа и буду использовать уже подготовленный грунт с песком и опилками и обычный чернозем. Очень интересно, что из этого получится, поэтому приглашаю вас вместе со мной понаблюдать за этим интересным явлением. Что получится позже, покажу потом. Всем добрый вечер! Хочу с вами поделиться своей хорошей новостью. Можно сказать, со второй попытки все-таки удалось прорастить комнатный гранат из зернышек. Первая попытка у меня была, я садила из сухого граната, но, к сожалению, у меня ничего не получилось прорастить. Хотя я садила и абсолютно сухие семена, зернышки, и замоченные зернышки, но результат был нулевой. И, к моему счастью, через некоторое время мне посчастливилось стать обладательницей кусочка маленького свежего гранатика. И эти зернышки я уже опять высадила. Кстати, высажу, видите, написано «свежий гранат», так по-быстрому, 24 марта. А сегодня у нас 16 мая, то есть этим всходом вот, чуть меньше месяца. Вот эти вот, которые проклевываются несколько, да, три всхода, да, я их посадила, когда увидела, что все-таки, да, реально свежий гранат проклевывается. И все семечки, которые мне оставались, я просто их сюда досыпала. И вот они тоже всходят. И был еще стаканчик, куда я сделала вторую попытку, посадила сухие зерна граната, но там опять у меня получился нулевой результат, поэтому я его даже не показываю, просто высыпала землю и все. Поэтому пробуйте, если вам посчастливится стать обладателем свежего гранатика маленького, то обязательно посадите это, он у вас прорастет. И теперь я буду растить его, пересаживать я никуда пока не буду. Хочу его вырастить, я думаю, сантиметров 15, чтобы он был. И потом будем уже с вами формировать, пересаживать. Ну, я думаю, это будет в конце лета, не раньше. А сейчас я просто аккуратно поставлю его на окошко. Насколько я поняла, поворачивать его нельзя. Я уже доэкспериментировалась, у меня видно, что один побег, видите, немножечко завял. Но этот эксперимент дался мне такой ценой, потому что, говорит, если поворачивать гранат к солнцу, да, вот как мы иногда поворачиваем цветы на подоконниках, он этого не любит. Он, у него осыпаются его листочки, он очень это болезненно переносит. То есть гранат можно поворачивать в горшочек на окошке буквально один раз за сезон. Больше нельзя. Поэтому я сейчас ставлю на окошко. Лето поливаю, рыхлю земельку. И потом мы с вами вместе попробуем. Есть несколько, так сказать, советов, как формировать крону. И плетут косичкой несколько стволов и формируют крону. И растят один стебель. И просто формируют нужные формы. Но это все, когда они подрастут. А сейчас просто вот такая замечательная новость. Я очень этому рада. Я так давно это хотела. Заиметь деревце у себя дома.
И вот я поделилась с вами этой замечательной новостью. Ну, всем до скорых встреч!